Друзья, всем привет! С вами канал Романикс. И сегодня речь пойдет у нас об инструментах для копа. Точнее, о конкретном инструменте. Вот он, это нож-совок. Или совок-нож. Кому как больше нравится. Совок-нож от российского производителя Гволкоп. Делает множество разных аксессуаров для нашего хобби. Ну, к примеру, лопаты и лопатки, пляжные совки, скубы разной конфигурации и скуба-конусы для подводного поиска, предохранительные кольца для пинпойнтера, брелки с логотипами, ну и многое другое. Но самое интересное, что мне больше всего понравилось, друзья, это то, какое качество инструмента при столь низкой цене. Под этим видео будут ссылки на производителя, где вы сможете в этом убедиться лично. А сейчас давайте посмотрим поближе на этот нож-совок. Изделие выполнено из высокоуглеродистой инструментальной стали. Первое, что бросается в глаза, это серрейтор. Смотрится просто супер. Но главное, он отлично режет и рвет корни мелких кустарников и дерн. Видно, что швы хорошо проварены, без шлака. Прорезиненная рукоятка удобно, плотно и надежно сидит в руке. В данной модели по лезвию применено воронение. Это дополнительная опция. Воронение может быть химической или порошковой. Но в основном покрытие деталей идет обычной покраской. Все остальное это дополнительные опции, как я уже сказал, по желанию клиента. Также совок можно заказать из нержавеющей стали. Он особенно будет удобен для пляжного поиска. Отлично переносит работу в соленой воде, не окисляется и не ржавеет. При изготовлении используется высокоточное оборудование, закалочные печи с программным управлением, профессиональное гальванное покрытие, покрасочные камеры и оружейное воронение. Ну и конечно же, друзья, такой совок в карман просто так не положишь. Именно поэтому я рекомендую под него приобрести чехол. Или кобура, как правильно. Реально качественно сшит. Можно повесить на ремень. Липучка держит рукоять, чтобы нож не выскакивал. Внутри вшита специально пленочная подкладка, чтобы серрейтором или пилой не порвать изнутри. Ну и расцветку также можно выбрать, какая вам больше нравится. Про брелки отдельная тема. У меня вот такие. Отличная вещь в подарок комраду или для участников слета в качестве утешительного приза. Дешево и сердито. Пользуйтесь, друзья, качественным инструментом, чтобы коп приносил удовольствие. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Ссылки на продавца я оставлю под видео. И не забывайте оставлять свои отзывы. Пока.